Вы можете подумать, что мы находимся в сериале фэнтези. Но это не так. На самом деле, мы находимся в студии Радио Европа Плюс, куда приехала в гости группа Кадебастани, с которой мы и собираемся пообщаться. Нам очень нравятся русские зрители, а точнее их преданность и любовь. Когда мы играем на сцене, выступаем, то сразу видна любовь наших поклонников в России. Это первое, что приходит на ум. Любовь российских фэнов Кадебастани безгранична, как озеро Байкал. Их песни горячо любимы, поэтому перед концертами в Москве и Питере музыканты приехали в шоу «Rush». Как говорит основатель группы, все они приехали из республики Кадебастан. Как же добраться в эту страну? Тебе нужен паспорт? Да. А деньги у тебя есть? Да. Пойдем, договоримся. На самом деле все очень просто. Найти страну Кадебастан можно в Фейсбуке, а также ВКонтакте. Ищите нас там. Узнав практически все о стране Кадебастан, я был настроен решительно. Возможно ли мне стать частью Кадебастана, если я буду надевать такие костюмы, в которых вы обычно выступаете? Отличный костюм! Сейчас ты выглядишь как настоящий житель Кадебастана. О, спасибо, ребята! Скажите, может, я смогу стать помощником президента Кадебастана или, например, мэром? Эта должность очень особая, и она не зависит от твоего стиля. Ты должен служить верой и правдой Республики Кадебастан. Но ты можешь отправить нам свое резюме, и мы обязательно рассмотрим твою кандидатуру. Будем надеяться, что совсем скоро Европа Плюс ТВ сделает горячий репортаж из самого сердца Республики Кадебастан. А пока скажем спасибо музыкантам за их творчество и будем ждать с нетерпением очередного приезда в Россию.